you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Cyber Roleplay. И как вы догадались по названию ролика, сегодня у нас будет оффроуд на нашем хаммере. Хаммер прям. На хаммере, да, сегодня оффроуд устроим, я думаю. Потому что казино что-то у меня не получается с казино, что-то люди туда не ходят особо. Бля, как теперь на этой махине выехать отсюда? Кто мне скажет? Извини, Бэха. Сегодня будет оффроуд на этом звере просто. Как же он классно выглядит, реально. Просто охрененно выглядит тачка. Я думаю, многие согласятся, блин. Вот такой бы на Мазинг было бы реально круто. Но пока мы можем наслаждаться этой кралей только здесь. Так, давайте, не знаю, что мы. Поедем сюда, наверное. Сначала по легкой дороге, потом... Поедем по тяжелой. Так, я еще на лимит включил скорости. Так, сворачиваем на оффроуд. О, пошла, родная. Пока без нитро буду ехать, в принципе. Потом, может, буду нитро подрубать, где она уже будет застревать. Вот она, интересно, наверх заедет. Ух ты, нихера себе, уже бампер разбил. Так, давай. Заедет. А с нитро заезжает, кстати. У него полный привод, да? А не, нихера. Не хочет, смотрите, на эту скотину. Не хочет заезжать. Не хочет. Давай. Ай-яй-яй. Не заезжает. Блин, странно, хотя все четыре колеса, видите, едут. Все четыре колеса едут. Ну ладно, не заедет она сюда. Но зато мы узнали то, что у него полный привод. Это уже хорошо. Не знаю, что она заменяет. А ну, если прописать DL. 505 это у нас, по-моему... 505 это у нас этот... Как его? Ху-ху, блядь. Я забыл, как он называется. Блин, ладно, не помню, короче. Это такая 4-дверный джип, короче. Я забыл, как называется. Хантер. Хантли. Это у нас Хантли заменяется. Я просто иди помню. Так, а куда эта дорога ведет? Мне интересно, на самом деле, куда эта дорога ведет. Ну ладно. Поедем мы на нашу оффроуд трассу, где мы проводим на всех серверах. Вот круто было, если бы сюда добавили оффроуд трассу и драг трассу. Было бы реально очень круто. Сейчас найдем. Где тут поворот есть? Блин, тут везде дорога, а не, вот, есть здесь проезд. Это хорошо, сейчас мы поедем, просто засадим эту тачку по полную крышу. Блин, я уже весь хаммер побил, просто весь. Ну, думаю, блин, ладно, это на оффроуд, в принципе, не повлияет, можно не ехать ее чинить. Сейчас мы спустимся к Анашану и поедем вон тот лес. Думаю, вы увидите, вон тот, справа. Лес, мы туда поедем. Ух ты, блин. Не, чувствую, придется его в ремонт вести, походу. Заводись. Это, конечно, мы расшатали просто конкретно. Ну ладно. Думаю, ладно, ничего с ним не будет, в принципе. Блин, чё сегодня у меня с руками, блин? Криворукие. Чё такое? А, Skyline. Нормалёк. Скайлайнчик стоит. Я, кто не видел, кстати, как я его покупал в предыдущей серии, тюнговал, то посмотрите там две предыдущие серии, вы все увидите, в принципе. Так, сейчас нам нужно сворачивать. Не, нам прямо нужно ехать. Прямо. Вот сюда, да, вот сюда точно. Нам нужно ехать. И сейчас попытаемся наверх заехать. Вот так вот. Давайте сначала без интер попробуем. Не, ну полный привод что-то не зарешал. Так. Теперь попробуем с нитро. Не. Ну, блин, ты далеко заехал. Раз он побольше взять. Видите, за счет того, что она подскакивает, она не выезжает. Она скорость свою теряет. Ну ладно, давайте еще раз.
Нитро. Ай-яй-яй, почти. Мог бы зацепиться наверху и все. Но, увы, не получается. Вон там бы ему дальше чуть проехать. Так. Уже немного подальше я попробую выехать. Не, не выезжает он. Сильно крутой подъем для него. Ну, думаю, вот здесь он точно выйдет. Ой, в яму не упал. Здесь он точно должен выехать даже. Даже не обговаривается. Да, выехал спокойно. Так. Давайте скриншот сделаем. Вот такой вот скриншотик сделаем. И, в принципе, чат можно выключить, да, я думаю. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Переворачивайся. Живой, кстати, еще. Ну, блин, прям сегодня жестко мы его эксплуатируем. Я бы даже так сказал. Прям жестко-жестко. Надеюсь, меня за дым не посадят. Сейчас поедем его топить, короче. Блин, его раскачивать, капец. Ну, думаю, он проедет. Да. Давайте. У нас уже мотор просто кипит в щи. Реально. Давайте остановимся. Охладим его немножко. Ну, реально закипел уже конкретно мотор. Ай, развесовка не хватает ему. Ай, даже нитро не помогает. Давай, 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 давай. А видите, засыпается порогами. Сама модель не дает выехать ему. О, выехал. Конечно, такая громадина, блин. Опа. Оп. Ну, тут для него как-то легко сильно. Поехали дальше, я знаю, где еще можно его засадить. Стой. Салон неплохой у него там, я вижу. Работан даже, очень даже неплохо, я вам скажу. О, что-то не едет уже. Что-то меня это пугает. Я знаю, где он точно засадится, я думаю. Так что направляемся туда. Ну, блин, хаммер, конечно, четкий. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Малышка, полегче. Прет, что бешеная. Воу. Конечно, по полю ехать под сотку, блядь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, почти как я хотел, конечно. Но я не хотел не совсем так сделать. Давайте пробуем заехать. Пу-пу-пу-пум. Назад. Не, ну тут он, в принципе, спокойно едет. Видите, оп. Зацепился колесами и вперед. И назад. Спокойно вообще, видите? Давайте, я знаю, где он точно тонет. Там где-то поглубже должно быть. Тут, да? Сейчас попробуем тут. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убили негра в гробу. Так, главное, что она не заглохла. Где заглохла? Неужели она заглохла? Давай. Походу кто-то приехал, да? Вам так не кажется? Походу да. Кто-то приехал домой, да? Кто-то приехал домой. Что там по хп у меня? Не заводится она. О, завелась. Давай.
Моргает, моргает. Давай, давай, малышка. Ай, все. Тупик. А не, нихера. На, что-то пытается, но до жопы, походу. Ай, тебе точно встало, все. Не заведется. Не заводится, нихера себе. Давай, давай, давай. Ну блин, это конечно жестко. Она заведена, да? Да, да, да. Давай, блин, выезжай. Мне вот тут души просто, блин. Все, в принципе, приехала машинка. Ладно, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside. I was from the north. She was from